И в области создаются роты территориальной обороны. До конца недели их планируют сформировать в каждом районе. Общая численность составит 20 тысяч человек, утверждает председатель облгосадминистрации. Эти люди не будут одевать форму и жить в казарме. Они будут заниматься своим делом, работать. Вот. Но они будут входить в состав отделений, взводов, рот и так далее. Будут знать друг друга, будут знать командиров, будут иметь систему оповещения, и при необходимости все получат необходимое вооружение.